Всем добрый день! Сегодня сделаю обзор товара, обзор заказа своего, что я получила с Алиэкспресс. Сейчас покажу. Все для любимых деток. Такие носочки. Особенно хочу сказать, товары для детей приходят очень быстро. Недели две и все, даже раньше. Вот такие носочки заказала деткам. Щенячий патруль. Все обожают этот мультик. И я и не имела намерения брать носочки. Случайно увидела, думаю, ну чего не взять с этим щенячим патрулем. Так, сейчас распечатаю. Тянутся хорошо. Возраст пишут от 3 до 6 лет. Такие плотненькие. Всех героев по именам знают дети. Щенячьего патруля будут довольны. Так. И второй комплект вот такой. Там, ну, видите, кто это, написан нет. Я, конечно, по именам их не знаю. Тоже эти светленькие, хорошенькие такие, плотные. В общем, и детки будут, довольны этим щенячьим патрулем. Дальше. Для девочки нашей. Что там твердое такое, не пойму, что. Заколочки такие. Бантики. Я могу на себе продемонстрировать. Они держат хорошо. Сколько тут их? 5 штук, разные бантики. И тоже случайно видела щенячий патруль, искала. Не нашла, как не надо было. Думаю, закажу заколки с щенячьим патрулем. Не нашла. Попались на глаза такие бантики, то пусть будут бантики. Тоже быстро пришли эти бантики, заколки. Все разные. Для девочки будет хорошо. Ссылки на эти товары оставлю под видео. Зайдете, посмотрите, что вам понравится. Захотите, выберите. Удачных вам покупок. Заходите на мой канал. Смотрите мои видео, подписывайтесь. И до новых встреч. И всего вам самого доброго.